Что главное в работе с гуашью? Никогда не брать очень много сахара. Да. Обязательно на салфеточках нужно промакивать наши с вами кисточки. Синий, красный, зеленый, желтый. В преддверии Пасхи мальчишки и девчонки собрались на мастер-классе в центральной библиотеке, чтобы научиться красиво смешивать цвета и аккуратно раскрашивать. Скоро юные помощники будут помогать своим мамам на кухне. Хочется как-то деток с детства приучать к тому, что это важный праздник, и чтобы они тоже вносили свой вклад. А теперь они умеют разрисовывать вот такие камушки, значит, они могут помочь мамам раскрашивать и яички к празднику. Сегодня у ребят в руках специальные камушки, на которых легко и удобно рисовать. Секрет прост – аккуратность, усердие и желание творить. Они более объемные, и можно их проворачивать. Типа они засыхают, можно переворачивать и снова рисовать. Многие из ребят и раньше помогали красить яйца на Пасху. Для них это традиция. Дети ждут праздник и радуются ему. Берем яйца, разукрашиваем, потом идем на Пасху и дарим всем куличи, а потом разбиваем яйца и едим. За почти час мастер-класса на свет появились настоящие произведения искусства. На очереди – кулинарные шедевры. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ.